поговорим о совместимости. Знакомьтесь, это семья Мельниковых. Сын Рома рассказывает о том, как недавно гостил у друзей в Великобритании. Там он не смог воспользоваться своим телефоном просто потому, что вилка российского стандарта не подошла к английской розетке. Это научило Рому тому, что разные системы не всегда взаимодействуют друг с другом. Это урок о технологической совместимости, или иначе говоря, интероперабельности. Зато цифровой фотоаппарат показал себя отлично. Стандартный USB-кабель можно подключить почти к любому компьютеру для просмотра, скачивания и редактирования снимков. На компьютере может быть установлено самое разное программное обеспечение, способное читать даже необработанные данные и файлы редких графических форматов. И выглядят эти снимки всегда одинаково, независимо от монитора или принтера. Рома убедился в этом, вывесив снимки из Англии в своем блоге и получив множество комментариев от друзей. Его отец Анатолий согласен. Он знает, что управлять разными процессами куда легче, если уделять достаточное внимание интероперабельности, способности разных систем работать вместе и обмениваться данными без перерыва. Анатолий работает в компании, которая продает товары через интернет. И без интероперабельности никакая торговля не была бы возможной. Интернет-магазин устроен так, что перенаправляет сделанные заказы во внутреннюю систему обработки. Затем информация передается в отдел производства или поступает для анализа с помощью программ Microsoft Office, бухгалтерских и финансовых приложений. Наконец, данные о заказе поступают на склад, и товар готовится к отправке. И неважно, какая платформа и технологии используются на каждом этапе, непрерывность информации обеспечивается благодаря соблюдению стандартов и технологической совместимости. Мама Марина, работая в министерстве, тоже ощущает на себе важность вопросов интероперабельности. Несмотря на то, что разные отделы и регионы страны используют различные системы и форматы данных, обмен ими идет бесперебойно, при условии, что все заранее позаботились о технологической совместимости. Чтобы добиться максимальной интероперабельности своих систем, Microsoft предоставляет сообществу разработчиков множество ресурсов и тесно сотрудничает с другими компаниями в решении вопросов совместимости. В каждом из своих продуктов Microsoft следует принципам интероперабельности в части открытых интерфейсов взаимодействия и следования стандартам. Что и говорить, Роман впечатлен. Но урок с вилкой и розеткой он тоже усвоил. И в следующий раз обязательно прихватит с собой переходник. Так он будет немножко более интероперабельным.